Всем привет! Привет! Я Дина Кич! Я делала вот это. И сегодня мы будем открывать, распаковывать Винкс Клуб Мини Магикс Лаулу. Нет, меня не видно. Тебя не видно за Лаулой. Такую маленькую куколку Лаулу. Ну что, приступим? Да. Давай. Так, возьму ножнички. Да, надо. Угу, так. Что-то у нас не получается. Ничего, сейчас все у нас получится. Так. Достаем. Сейчас уже почти. Сначала тоже. Да. Почти готово. Почти готово. Так. Я макаю. Все, я макаю. Угу. Так, сейчас здесь отрежем. Аккуратненько возле шейки. Оп. Ножки. Оп. А ну-ка, можно ее уже достать. Так. Не моя. Смотрите, какая она скукалка. Покажи. Я пока остальное все достану. Оп. Так. Все. Кучу так и чинит. Смотри, подставочка есть такая. Подставочка. Это датчик. И еще одни крылышки у нас такие есть красивые. Все, больше ничего нету. Больше ничего. Да. Нашу куколку зовут Лаула. Поставить. Поставить? Смотри как. Да. Смотри. Как? Вот у нее, видишь, для каблучков есть так вот. Так, одна ножка и вторая. Вот так она может стоять. Видишь? Так. Давай снимем сейчас с волосиков резиночку у нее. Так, распустим волосики. Что там? Давай попробуем поменять ей крылышки. Так, а гнется она, смотри, а ну-ка, ножки. В коленках чуть-чуть сгибаются вот так. Сапожки у нас не снимаются. Так, ручки у нас вот так. Вынимаются, Дианочка, смотри, видишь? Так. И в принципе, как бы она и даже и не садится. Она не садится, просто вот так вот можно, как будто она ходит играть с ней. И все, как-то так. Давай попробуем поменять крылышки, посмотрим, как они меняются. Да. Так, как же они тут меняются, интересно. Угу. Ага, вот, смотри, здесь вот так вот поднимаешь рычажок такой, и вот так вот они должны доставаться. Смотри. Смотрите, вот там вот точек, так. Угу. Еще матч надо. Опа. Только что-то не получается, да, у нас снять? А ну давай я посмотрю. Может, у меня выйдет? Яночка, смотри, вот этот рычажок, смотри, вот видишь сзади, это вот так вот крылышки двигаются, вот, да. Смотрите, да, вот так вот, видишь, двигаются. А мы сейчас попробуем поменять на новые, вот так вот высовываем, так, и голову ее сюда назад, и такие новые крылышки ей поставим, маленькие, вот так раз, все, легко, поменяли. Такие маленькие крылышки, да, эти большие? Такие переливающиеся. Смотри, какие красивые, да? Со стразиками, блесточки такие, да? Давай вот так. То есть не стразики, а блесточки. Давай вот так. Вот так. Поставим? Вот, смотри, как красиво. Мы поменяли и крылышки, и в таком же стиле у нее подставочка. И вот так вот она может стоять у нас. Давай. Да, и в коллекции 6 штучек таких мини-винксов идет. Но у нас пока первая. Лаула ее зовут. Из таких маленьких мини-винксов. Тебе в каких крылышках она больше понравилась, Дианочка? В маленьких или в больших? Много. Во всех понравилось? И вот это. Да? Это и... Она такая маленькая-маленькая. Не стоит. Не стоит? Тебе ее опять поставить? Или поменяешь, может, крылышки сама попробуешь? Да. Попробуй сама поменять. Дышаешь. Просто вынимаешь и все.
Еще попробуй. А, там мощи нет. Вот так, нет, смотри, вот так вот берешь, просто оттягиваешь, смотри, тяни вот ручкой. Тяни. Вот так, раз, и все. Еще. Да, а вот эти вот так вот вставляй. Вот в дырочку у него на спинке вставляешь. Давай я подержу волосики вот так. И вот так вот вставляешь. Вставляешь? Да. А это большие. Вот так. Эти большие. Да, вот эти большие. Смотри, какие они большие. Вот видишь? Эти большие. Эти маленькие, это да. Маленькие. Такие у нее сапожки красивые, да? Смотри. Вот так. Такие все интересные. Вообще такая красивая куколка. Вот. Маленькая такая. Маленькая, да. Да. Тебе подставочка понравилась? Смотри, на подставочку вот так вот выставляешь. Вот как? Смотришь, где у нее каблучок. И где у нее вот так вот углубление. Тут идет под каблучок сам. И вот так вот вставили. И вот так вот она стоит. А если надо пошевелить крылышками, вот здесь... Такой есть рычажок, и вот так она шевелит ими. Вот так. Можно и так ручками. Она умеет летать, раз у нее есть крылышки, Дианочка. Вот так вверх не поднимаются крылышки. Не сгибаются. Только вот так. Вверх-вниз, вверх-вниз. Держи. Полетела Лаула. Далеко полетела. Ну, она к подружкам своим полетела. Прилетела Лаула. Ну что, Дианушка, будем прощаться со всеми? Да. Всем пока. Нельзя напить. Пока-пока. Ставь лайк. И подписывайся на канал. Диана. Кит. Пока-пока. Пока-пока. Пока-пока, умничка.